Приветствую вас в новом уроке. В этом уроке мы с вами рассмотрим основные материалы и инструменты, которые понадобятся нам с вами для работы. Также я расскажу о том, как правильно подбирать пряжу для летней детской одежды. Также я сделаю краткий обзор тех материалов и инструментов, которые я использовала в своей работе, и дам краткую характеристику изделия, которые мы с вами будем вязать на курсе. Итак, для вязания летней детской юбочки нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Первый, самый основной инструмент – это круговые спицы на леске. Далее крючок понадобится, сантиметровая лента, маркеры, ножницы для отрезания нитей, трикотажная игла, а также две чулочные спицы. И, конечно же, нам понадобится пряжа. Более подробно о ее подборе я расскажу чуть-чуть позже. А сейчас давайте остановимся на вопросе о том, как правильно подобрать спицы для вязания нашего изделия. Итак, спицы – это основной инструмент, который нам с вами понадобится для изготовления юбочки. Спицы бывают разные. В зависимости от того, какое изделие вы вяжете, зависит выбор спиц. Спицы бывают изготовлены из различных материалов. Они бывают металлические, деревянные, алюминиевые, никелированные, также бамбуковые спицы. Как определить, какими спицами лучше вязать? На самом деле, ответ на этот вопрос неоднозначен. Дело в том, что в зависимости от того, какую вы пряжу выбираете для своего изделия, соответственно, зависит выбор спиц. Итак, если вы вяжете, допустим, изделие из гладкой пряжи, например, такой как шелк, то в этом случае вам понадобятся такие спицы, как, например, бамбуковые или деревянные. В этом случае петельки по спицам будут не так сильно скользить, и вязание будет для вас комфортным и легким. Если же вы выбираете пряжу, например, полушерсть или хлопок, тогда вам все-таки лучше подобрать спицы либо алюминиевые или металлические, потому что петельки в этом случае скользить будут проще по спицам, и вязание также будет легким. Также спицы делятся на несколько видов. Бывают чулочные спицы, обычно они идут в комплекте 5 штук. Бывают еще также круговые спицы, которые делятся на вид, это либо на леске они могут быть, либо на тросики. И прямые спицы, обычно они также идут в комплекте 2 штуки, они в основном используются для вязания каких-либо больших изделий. На концах прямых нитей обычно идут специальные заглушки, чтобы петельки не спадали. Давайте более детально я вам расскажу о каждом из этих видов спиц. Итак, например, чулочные спицы, они в основном используются для вязания мелких каких-либо аксессуаров. Это могут быть носочки, пинетки, либо, например, варежки. То есть изделие должно быть по размерам небольшое, и вяжется оно обычным методом в круговую. Круговые спицы предназначены в основном для вязания бесшовных изделий. То есть вязание в этом случае осуществляется по кругу. Вязать ими можно как большие изделия, так и небольшие аксессуары. Но в чем разница? Если у вас аксессуары небольшие, допустим, это носочки, либо варежки, то лучше всего использовать круговые спицы на леске, а не на тросиках, так как леска, она хорошо сгибается, а тросик сгибается очень плохо и в основном подходит для вязания одежды большего размера. Длина лески также бывает различной. Бывают спицы с леской 40 см, 60, 80, 100 и более сантиметров. Спицы с леской 40 см обычно делают укороченными. Такие спицы подходят для вязания шапочек, шарфов, которые связаны в круговую. Прямые спицы очень часто используют для вязания больших изделий и которые вяжутся поворотными рядами. Продаются такие спицы в комплекте 2 штуки, и кончики этих спиц фиксируются специальными заглушками для того, чтобы петли не спадали со спиц. Также спицы бывают разного диаметра. Для чего это нужно? Дело в том, что пряжа также бывает разной по толщине, и в зависимости от того, какой пряжи вы будете вязать изделие, соответственно, стоит подобрать и диаметр спиц. То есть, если у вас пряжа толстая, соответственно, нужно использовать спицы большего диаметра. Если же у вас, например, пряжа тоненькая, то в этом случае следует
взять совершенно другие спицы меньшего диаметра. Как подобрать диаметр спиц под толщину пряжи? Для этого можно обратиться к той информации, которая указана на этикетках пряжи. Здесь всегда прописывается рекомендуемый диаметр спиц и рекомендуемый размер крючка. Но бывают такие случаи, когда у вас, допустим, такой информации нет. Например, вы купили когда-то давно пряжу и вы потеряли этикетку. Что же в этом случае делать? Здесь я вам могу порекомендовать два способа. Первый способ – это если вы помните наименование самой пряжи. В этом случае вам стоит обратиться к источникам в интернете. Например, набираете наименование пряжи, вводите, находите интернет-магазин, заходите в характеристики товара, и обязательно в характеристиках товара будет прописан рекомендуемый размер спиц и крючка. Если же вы не помните наименование пряжи, то вам подойдет второй способ. Этот способ называется метод подбора. Для этого вам стоит руководствоваться следующим правилом. Толщина пряжи должна приблизительно быть равна диаметру спиц. То есть вы на глаз подбираете несколько спиц приблизительно одинаковых толщине пряжи и вяжете несколько разных образцов. Затем уже на глаз смотрите, какое полотно вязаное получилось лучше. И согласно вашему зрительному восприятию, вы выбираете тот или иной диаметр спиц. Почему этот вопрос очень важен? Дело в том, что если вы подберете неправильный диаметр спиц под толщину пряжи, тогда вязаное полотно может получиться либо слишком плотным, либо наоборот слишком рыхлым. В результате изделие потеряет эстетичный вид и, соответственно, смотреться на фигуре человека будет некрасиво. Итак, мы с вами ознакомились с основными материалами и инструментами, которые нам с вами понадобятся в работе. Теперь давайте перейдем к следующему, не менее важному вопросу. Это подбор пряжи для нашего изделия. Итак, первое, на что нужно обратить внимание при подборе летней детской пряжи, это то, что изделие, которое будет в дальнейшем связано, оно должно соответствовать определенным требованиям, которые предъявляются к детской одежде. Итак, основные требования, которые предъявляются к изделию, это первое, воздухопроницаемость. То есть если мы говорим о летней одежде, то мы с вами знаем, что летом очень жарко, и, соответственно, вязаное полотно, оно должно дышать, давая доступ свежего воздуха к телу малыша. Поэтому воздухопроницаемость является одним из самых главных требований к детской одежде. Следующее требование – это мягкость материала. Так как кожа малышей очень нежная, соответственно, материал, из которого изготавливается изделие, должен быть мягким. Гипоаллергенность также не менее важное требование, поэтому стоит выбирать пряжу из натуральных нитей. И еще одно из требований, на которое стоит обратить внимание, это гигроскопичность. Поэтому также при выборе материала обращайте внимание на это свойство. Такими свойствами, которые я перечислила в начале, в основном обладают пряжа из натуральных нитей. К ним относятся такие как хлопок, бамбук, лен, крапива и конопля. Также существуют различные другие смесовые пряжи. Их также можно использовать в своей работе. Например, для того, чтобы придать мягкость хлопку, добавляют в состав пряжи немного акрила. В этом случае вы получите пряжу более прочную, износостойкую, а также обладающую гипоаллергенными свойствами. Если у вас нет большого опыта в выборе материалов, то я вам рекомендую обратиться к отзывам других рукодельниц, которые уже попробовали пряжу в действии и могут вам рассказать о ней, поделиться своим опытом. Такие отзывы можно найти на сайтах в интернет-магазинах.
А также можно увидеть различные видео на YouTube-каналах. Ну что ж, теперь у вас есть небольшая база знаний о тех материалах и инструментах, которые мы с вами будем вязать, а также о том, как правильно подбирать пряжу для детской юбочки. Теперь давайте приступим к тому, что рассмотрим саму модель, как она вяжется. Итак, детская юбочка спицами, которые мы с вами будем вязать, вяжется сверху вниз. Сначала вяжется полая резинка, затем делаются прибавки по всей ширине юбочки, потому что она у нас идет по модели расклешенная. Снизу у нас идет красивая ажурная кайма. В полую резинку будет вставляться шнурок. В своей работе я использовала круговые спицы диаметром 3 мм и длиной лески 80 см. Также я использовала ножницы для обрезания нитей, сантиметровую ленту для того, чтобы измерить образец и сделать соответствующие необходимые расчеты. Маркеры также необходимы для работы. Для вязания полого шнурка мне пригодились две чулочные спицы. И для того, чтобы заправить кончики нити, я использовала трикотажную иглу. Пряжу, которую я использовала для изготовления своего изделия, называется Alize Cotton Gold. Вес этого моточка 100 грамм, длина нити в мотке 330 метров. Ниточка очень ровная, мягкая. Также в состав пряжи входит 55% хлопок, 45% акрил. Благодаря тому, что в состав входит хлопок, пряжа у нас является гипоаллергенной, соответственно, она подходит для изготовления детской одежды. А благодаря акрилу, который входит также в ее состав, мы получаем износостойкое изделие. Ниточка пряжи очень ровная, гладкая, и можно также использовать ее повторно. То есть для начинающих мастериц, рукодельниц она очень подойдет, потому что если вы даже неправильно свяжете изделие, вы можете в каких-то местах распустить и повторно связать из этой ниточки. Изделие от этого не потеряет свой внешний вид. Также у этой пряжи есть огромный плюс в том, что она очень легкая, и поэтому, соответственно, расход нити идет минимальный. Например, на детскую юбочку у меня ушло всего 50 грамм пряжи. Итак, в этом уроке мы с вами рассмотрели основные материалы и инструменты, которые понадобятся нам с вами в работе. Также я вам рассказала вкратце о том, как нужно правильно подбирать пряжу для вязания летних детских изделий. До встречи в следующем уроке!